Государственному ансамблю песни и танцы «Ивушка» 50 лет. За годы существования коллектив заслужил признание не только в России, но и за рубежом. Ансамбль является лауреатом и дипломантом десятков российских и международных фестивалей и конкурсов. На юбилейном концерте побывала наш корреспондент Елена Хромова. Свою летопись «Ивушка» ведет с 1968 года. Тогда был создан народный ансамбль песни и танца учащихся профтехобразования. Участники придумали не только название коллективу, но и девиз «Дорогу осилит идущий». А дорог предстояло немало. Поиск фольклорного материала Тамбовской области, изучение культуры народов России и мира. Трудности их закаляли. То, что мы иногда переживали, когда ломался автобус, буря, мы замерзали, и на следующий раз можно было никуда не ехать. Никто бы не поехал. Прихожу к ребятам, говорю, мы поедем. Вперед поедем, конечно. Вот, поэтому все зависит от того состояния души и любви, прежде всего, это к музыке, к песню и танцу. Сегодня в репертуаре ансамбля около 40 танцев, десятки хоровых и вокальных произведений. Коллектив прошел путь становления от самодеятельного до профессионального. Танец – это не моя поэзия. Она складывается из букв, из отдельных движений, выстраиваются танцевальные фразы и слова, при помощи которых раскрывается поэтический смысл хореографической повести. В своих номерах артисты не просто изображают героев через игры и переплясы. Они показывают ловкость, выдумку и мастерство. Ради зрителей готовы работать в репетиционных залах и на концертных площадках до потери сознания. Мы обязаны сохранять традиции, мы обязаны сохранять то, что было создано веками, и нести это дальше. И действительно чувствуется какая-то, ну, грубо сказать, конечно, слишком громко, точнее сказать, но в каком-то смысле это, наверное, определенная миссия этого коллектива. И каждый из тех, кто... каждый из участников несет ее. Иван Андреев – артист хора. В коллективе работает 7 лет. Но его знакомство с Ивушкой произошло, когда он был еще ребенком. С тех пор ансамбль стал его мечтой, которой было суждено осуществиться. В «Ивушке» больше мы работаем над актерским мастерством, над актерской песней, то есть подать актерский талант зрителю. Коллектив не только радует зрителей своим мастерством, но и дарит надежду на выздоровление многим семьям, чьи дети нуждаются в дорогостоящем лечении. Они постоянно участники благотворительных концертов. Именно коллектив «Ивушка» собрал сумму на больных детей 1 300 000 рублей, которые были переданы в детский фонд, и на эти средства были закуплены лекарственные препараты, оплачены операции внеквотные, закупили средства реабилитации. То есть для кого-то скажут, ну что такое 1 300 000, да, ну если на больных детей. Но это десятки спасенных жизней. Высокая техника исполнения, сложные хореографические комбинации, артистизм, четкие перестроения, трюки. Каждая программа насыщена яркими костюмами, интересными персонажами. Простыми для восприятия и в то же время сложными для исполнения танцами. Несмотря на солидный возраст, ансамбль полон сил и энергии. 50 лет – это годы огромного труда и большого успеха. Они фанаты своего дела, которые живут и дышат танцем. Елена Хромова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей.